Сегодня в больнице скончался мужчина, находившийся на борту разбившегося в Сочи частного вертолета новосибирской авиакомпании «Ельцовка». Небольшой еврокоптер упал на частный дом. Момент крушения попал в объектив камер видеонаблюдения. На месте погибла одна из пассажирок, еще несколько человек получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело. В Росавиации сообщили, что вертолет, возможно, перевозил туристов, хотя коммерческие экскурсионные полеты для таких воздушных судов по закону категорически запрещены.